Ханты-Мансийске в конце марта стартует 4-й международный форум «Нефтяная столица». Сейчас проходят завершающие этапы подготовки, утверждают концепцию и программу форума. К участию приглашают представителей нефтяных компаний, молодых ученых, студентов и аспирантов вузов, специалистов организаций и предприятий, органов власти, а также научных центров. Все мероприятия будут проходить в смешанном формате – очно и дистанционно. Откроется «Нефтяная столица» 24 марта. Напомню, форум «Нефтяная столица» проводится в округе с 2018 года. За это время его участниками стали более 3000 человек из России и еще 16 стран мира.